Пиздец, блять, вот я опыт попал. Что ты хочешь, блять? Тактика стандартная. Съебануть и съебаться. Тенран? Такой, в стиле Ния играет он. Если чего, убегает. Что если Апер украл в стиле у Нии? Смотрим сейчас. Бля, Спак, чё слабо, аналитика? Ты же там хотел в Скай зайти в аналитику. Так подожди, я ж дождь думаю, попью. Пока ничего нету. Только реакция и все. Тактика стандартная. Ну вот попал. Тут фишек передумал. Ну тут даже. Видишь? Особо не думают. Два раза Фишер прихитрил. Он мне тоже фору давал последний раз. Знаешь, Айтон последний раз дал мне очки фору, набил 10 фрагов. Ты бегал как мясо, не его там этот убивал. Потом Штапер собрался из зданий. Айтон просто троллем дает надежду. Вот ты можешь меня быть. В конце результат будет всегда. Фишер может выиграть. Сейчас по... выиграть, то еще по одному фрагу было ему на капе играть в арену. О. А вот тут фейл. Не, просто если Фишер может выиграть, почему-то на капе ему советовал играть. Ну это какая-то тоже хуйня сейчас была. Альфа, мне кажется, поддается. Так он не поддавался, потом что-то разъебал. И здесь тоже что-то сложал. Он свою игру ищет, кстати. Тоже правильная тактика. Пока, когда ты найдешь свою игру на Overwatch? Я сегодня нашел игру с вами. Да, в Сегалом когда играл? Не. С Фишером когда? Ну, ты знаешь, сразу скажешь, что ты на паблике нашел. Ты играешь против твоих инактивов. Не, ты демку посмотри, там качество хорошее. На паблике. На паблике тоже качество хорошее. Не. Пускай нужно было реально... Фишер, противник тоже нашел игру. Бля, но он редко же играет. Про это же. Пока реально играет на нем. Но Фишер был нормальный тоже. И вот так тоже. Так, ну уже 7 фрагов, короче. Когда 10 будет, можно камбэчить. Я думаю, он камбэчит точно. Потому что видно же, что... Сейчас скорость наберет и все. Вот, блять, вот такие моменты... Поэтому... Фишер и Фишер. В принципе, Фишер как бы в топовой форме, он способен разнести всех. Тут не надо недооценивать. Пак,
не грузи никого, пожалуйста. Бля, нормально. Здесь фраг фиш... есть, теперь можно камбэчить. А фиш уже заслужил, как бы. Потому что все эти фраги были такие, нормальные. Тут уже не получится, я думаю, выиграться. Потому что... Фишер быстрее. Человек хороший был, Фишер почти прихитрил. Блять. Не, Фишер, думаю, тут лучше. Качество мысли. Ну вот этот момент еще ладно. Это может быть первый. Рандомный резко. Никогда не видел, чтобы Фишер старину выиграл. У афера. Да, случайно меня прыгнул. Вообще айфер включился. Ты нажал на кнопочку у них? Не, ну видно, что все, фокус настроился. Вот это уже уровень. Нашел. Сейчас как раз идеально, чтобы раш бить паузой. У кого такими приемчиками я научу? Именно такую хуйню надо сбивать паузы. Но если гаденько играть. Ты же гнилой человек. Не, я паузы никогда не пользовался. Вообще. Просто. Это не я люблю. Тебе это не нужно было. Вот, кстати, смотри, на месте Фиша мне бы сейчас паузу точно поставил. Чтобы вот эту хуйню сгасить. Разгон. Ну вот и скорость. Как надо уже. Да тупом тоже нормальная была скорость. Ага.
Но сейчас она более правильная. Да, почему раньше была неправильной? Ну, беспорядочно он бежал просто. Как будто разминался. Ну, он так постоянно играет, да? А на уберем, чтобы не размялся, да? Да там он рохнул, мне кажется. Я не понимаю, если. Бля, Спак, ты сейчас шот гладил. Давай аналитика, какие у Афера пробелы? Ты Эвилу написал, что у Афера есть какие-то пробелы. Нужно выяснить, как. Только Аферу не надо говорить. Ну, помимо тех пробелов, которых Эвил уже знает. Ну, я, ну, не типа, знаю, я не знаю, повтори. По этой игре именно или вообще? Ну, вообще. Вообще-то, что рофлит много. Ну, это скорее не пробел, это скорее мотивация и отношения. Я с РПГ, он не очень работает. И держит не очень он. Видишь, он сейчас давит скоростью. Такой конкретный. Но с Фитшером особо не пошутишь, не расслабишься. Камбэка не будет. Нормальный фраг. Фишера. Этим нахуй. Да, но Фишер сейчас все уже. Если, конечно, Афер еще включится, поддавит, он может. Ну, а ты же шампанское.